Давай. Завершение. Завершение третьего сета. Мы вот как бы спускаемся все ниже, ниже, ниже. Упираемся в кости затылочные. И тут в мышцы трапециевидные. Вот, видишь, вытягиваем шею. У некоторых девушек прям видно, что аж на 2-3 сантиметра вытягиваются. Да и тут тоже видно. Доходим до костей акромиальных. Смысл нам кость от кости тянуть. То есть вот именно вот так. Если рука у кого-то шея длинная, рука вот так не умещается, да, то можно вот так упереться. Вот, тянем шею и спиралевидными движениями маленькими уходим назад. Успокаиваем человека, сливаем лимфу. Вот, к слову скажу, что точки все продавливать совсем не обязательно, да, их это как бы избыточно. Они давятся только в том случае, если проблема у человека с какой-то с одной стороны, да, то есть с этой стороны тогда не надо эту точку давить, а с этой надо. С шеей, например, да, тут не надо давить, а, например, трапеция зажата и плечо зажато. Тогда продавливаем вот эту точку здесь. Вот, попал, попал. Ну, я тут автоматически нахожу. Вот, то есть триггерные точки это только для той болевой зоны, да, не надо их все подряд продавливать. И на этом массаж шейно-воротниковой зоны, то есть до лопаток, да, вот наша зона, закончилась. Если человек заказывал именно шейно-воротниковую зону. А если он заказывал массаж спины, то мы работали от ягодиц до головы, да, то мы должны вернуться обратно. Это будет у нас сет номер 4, я вам напишу на доске, да. Мы уже вернулись обратно, и уже там у нас начнутся растягивающие всякие движения для декомпрессии и по всей спине. Ну, это будет в следующем сете, поэтому не теряйтесь, подписывайтесь, ставьте нам лайки, жмите на колокольчик, чтобы всегда быть уведомленным о новых полезных видео от Олега Лафа Гудвина. А я с вами не прощаюсь, увидимся в следующем видео.